Безусловно, Россия не изобретает велосипед. Россия движется по траектории движения Евросоюза. И, как мы помним, европейская интеграция начиналась с таможенного союза, с экономического сближения, создания общего рынка и дошла до единой валюты, единых институтов власти и единой конституции. Скорее всего, именно в этом направлении будет происходить движение Евразийского союза. Совершенно очевидно, что этот процесс логичен, естественен, и вслед за экономическим сближением, которое является, ну, по сути, основой всех основ, естественным является продвижение интеграционных идей в рамках других сфер жизни общества и государства, в том числе и политических институтов. Все.